Так, всем привет. Начинаем жеребьевку турнира «Второй снег». Тут, чтобы особо не тянуть, сразу начнем все делать. Значит, система проведения у нас олимпийка. 32 человека. Создаем новый турнир. Single Elimination. Второй снег. Next. Добавляем заранее подготовленный список. Small players. Сейчас 32 участника, 31 участник и один фрислот. То есть, кто заявится следующий, тот и будет играть в турнире. Одно свободное место. Ну, а дальше уже на замену. Так, поехали дальше. Составляем строго случайным образом жеребьевку для большего веселья. И начинаем. Что у нас, что мы имеем? Так, сохраняем файл. Next. Окей, получаем. Значит, пробежимся быстренько, традиционно. Первая игра у нас Малс Амстер, Визард Хуанита, Хайтэч Слайзер, Лизард Диаблер, Севен Шпиль, Джуби Рэдди, Блиц Кобра, Хайлайт Эксцесс, Атанас Яр, Вариатор Флейт, Ганаш Ярик, Стингер получает халявный фрислот. Ну, как халявный. Какое-то время будет на то, чтобы вписать сюда, возможно, кого-то. Кто хочет сразиться со Стингером, вход у Welcome. Фриша Расим, Макиавелли Путин Кинг, Сокола Лойниц, СКД Вига. В принципе, каких-то прям вау, убойных пар не увидел. Я думаю, у нас тут на выходе ждет интересная игра. Возможно, победители вот этой, вот этих пар. Возможно, вот какие-то сенсации в турнире. Вот это, наверное, центральная встреча. Лизард Диаблер. Вот. Ну, а так, в принципе. Ну, или, возможно, Стингер, как чемпион прошлого турнира, тоже покажет какую-то интересную игру с кем-то из оппонентов. Возможно, это будет очень сильный оппонент. То есть, игры идут на вылет. То есть, одна сетка. Так, ну, значит, все вроде смотрели. Сейчас стрим заканчиваю, более приличный вид это все приведу и выложу на форум. Всем спасибо. Ай, блин, всегда найдется человек, который испортит фотографию.